Сегодня стало известно о смерти первой гражданки России с диагнозом COVID-19. Личность женщины установлена. Ею оказалась 79-летняя преподавательница финансового менеджмента РГУ «Нефти и газа» Валентина Зубарева. Женщина занимала должность завкафедрой. Валентина ходила на работу вплоть до момента, пока 12 марта не почувствовала себя плохо. Ни Валентина, ни ее близкие не выезжали в последнее время за границу. Вероятнее всего, женщина заразилась вирусом в самом институте. В учебном заведении введен карантин. Тем не менее, не коронавирус стал причиной смерти россиянки. Согласно заявлению оперативного штаба, Валентина Зубарева скончалась из-за оторвавшегося тромба. Трагедию прокомментировала подруга семьи Зубаревой. Анастасия Степанова призвала людей серьезнее относиться к пандемии коронавируса и перестать шутить на эту тему. При этом она уточнила, что не стоит поддаваться панике. «Давайте уже перестанем глупо шутить на тему пандемии и поймем, что все происходит здесь и сейчас, и совсем близко от нас, всего лишь 2-3 рукопожатия от меня. В группе риска старики и люди с неполноценным иммунитетом. И все нормы соблюдения гигиены, карантина и внимание прежде всего ради них», — написала женщина. С момента вспышки коронавируса в мире заболело больше 200 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения высоко оценила предпринятые меры по борьбе с COVID-19 в России. Китайские ученые нашли лекарство от нового заболевания —